жить стало лучше. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа стоит. Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица, бич работал бы. Если бы у нас было нищенство, если бы наша продукция не росла, если бы у рабочих и крестьян нашей страны не было такого хорошего правительства, которое заботится о них и считается с их нуждом, словом, если бы жилось плохо и не весело, то никакого бы жилища бы жили у нас.